Привет всем! Привет, мои друзья! Вы на канале Реймон. Сегодня я пришел к землянке, чтобы продолжить делать то, что я не сделал на прошлой неделе. А на прошлой неделе меня здесь не было. Потому что у нас здесь льют сумасшедшие дожди. Особенно на выходные лило так, что невозможно было выйти из дома. Поэтому я не пошел. Так как я болел, иммунитет у меня еще слабый, я бы намок и, возможно, опять бы простудился. Поэтому я не стал рисковать и остался дома. Но зато в эти выходные вроде бы дождик такой маленький, немножко моросит. Работать можно. Сейчас я сделаю все, что не сделал на прошлой неделе. А именно это я обработаю бревна антисептиком. Потом сделаю калитки с выходом на ступеньки и в лес. Ну и попробую заготовить дрова. Вот такой план. Ну, конечно же, приготовить ужин в печке вкусный. Сейчас небольшая рубрика Яша. Сейчас увидите, как он там поживает. Ну, а я начинаю работать. Вперед! Так, утро, друзья мои. Яшечка голодный. Голодный Яшечка, да, голодный. Сейчас я ему положу еду. Лучше. Ну что, Яшечка, иди, иди, иди. Скорее, скорее, да. Скорее, кушай давай. Водичкой запьешь. Не делал пока еще корыца я, потому что буду делать ему дом. Такая будка ему не пойдет, надо уже дом делать. Буду из бревен делать такую большую будку, типа сарая. Утром, конечно, он голодный. Ужас. У нас здесь кукуруза есть. Я ему кукурузу даю. Чтобы он не рылся тут, а занимался обработкой кукурузы. Потом, когда покушать, я тарелку убираю и все. Она всегда чистая, я ее помыл, еду положил. Мне даже так удобнее, чем корыто. А он в корыто бы залез своими лапками, обязательно туда ножками. Грязь туда 100% накидал. А мне не трудно помыть тарелочку. Целую вот такую тарелку съедает. Мне кажется, ему еще положу, он еще столько же съест. Я столько не могу съесть. Давай, давай, вылизывай. Все, вылизал тарелку. Можно убирать. Дам ему кукурузки, пускай грызет. На тебе кукурузу.
Уже все, он наелся. Днем, когда даешь, он ее быстро с ней расправляется. Иди, мой Яшенька, иди, мой хороший. Иди, мой хороший. Вот так вот. Вот он, хороший мой. Хороший. Хороший. Скажи, вот так мы и растем. Уже вон какой огромный кабан. Я же его не беру сейчас с собой в лес. Он еще неделя-две еще подрастет. Он будет вообще большущий. Он туда в дырки не влезет. Пока он не научится со мной ходить на поводке, я его с собой брать не буду. Да, Яш? Попей водички, попей. Сейчас покажу вам, что я принес, что я буду делать. Вот такой распылитель, вот такой антисептик. Разводится с водой 1 к 10. Взял навесы для калиток, гвозди. Такие навесы. В землянке ничего не произошло, все как было по-прежнему, не меняется. Кстати, у меня есть фотография с фотоловушки с моей землянки. Сейчас я вам вставлю, посмотрите, что было вот на этом козырьке этого навеса. Сейчас на фотке будет видно. В лесу буйство красок, опадает листва.
Опять пошел дождь. Пришлось переехать мне сюда вовнутрь. Поливает. Буду пока работать здесь, пока дождь идет. Неудобно здесь.
Смотреть хочу, что там у меня служимое. Надо будет сделать там какое-то озерцо из него, из этой лужи. Осыпается листва. Пересохло. Хотя идут дожди, но лужа почти пустая. Надо будет сделать серьезное такое сооружение. Положить пленку, обкопать хорошо. Будет водоемчик у меня. Да. Вот уже и осень. Время бежит незаметно. Скоро морозы.
Думаю, вполне отлично получилось. Яша вряд ли его вынесет. Все держится. Ну, я же буду за ним наблюдать, поэтому, если буду видеть что-то критичное, буду исправлять. А пока вполне себе нормально. Зашел, вышел. Красота. Сейчас пока в печке прогорают дрова, займусь уборкой, приберу все. Как раз когда я закончу, уже можно будет приступать к готовке вкусного ужина.
варю чайку.
Картошечка мягенькая. Думаю, что мясо тоже готово. Приятного аппетита, кто со мной кушает. Мятина. Обалдеть. Фольгу убираешь, практически чистый противень, только масло вот попало, и все. А так все, что могло бы пригореть, оно не пригорает. Отличный был ужин. Сейчас запью чайком. Вот и закончилось мое приключение. Сегодня я сделал калитки в лес и на лестницу. Напилил немного дров. Приготовил вкусный ужин. Отлично провел свое время в этой землянке. Ну а на этом хочу попрощаться с вами. Увидимся в следующем видео. Всем пока.